Храбрец ползет. У них одна кассета, одна прямая. Хуй поймешь, что. Знаешь, две-три кассеты, одна такая. Ну-то не дали им, блядь. Ну-то хуйнули по ним градом. Что им не дали? Днем-то они три выстрела, блядь, и все, потом град пошел, блядь. Опять-таки, кочетка. Ну тут толщина-то такая, да, Сань? Смотрел ты в трубу-то? Нет. Ну, думаешь, зашли? Там Микова фотографирует на телефонной будке. Да, что это? Такой где-то в воздухе зажался. Не знаю, с другой стороны, оттуда. Оттуда? Нет, оттуда. Как раз оттуда. Там наши все впереди. Нет, чуть-чуть так. Вот они за пологами там стоят, нахуй. Какие-то китайские снаряды, может, не взрываются, да? Кассеты, наверное. Ну, но она потом. Нет, она сразу. Нет. Ах, ёпта. Магазин раскрыт. Нет. Ну, вот магазин плотину. Нет, было пусто. Когда плотину был чудовый, там и здесь сидеть, когда все было здесь. Страшно было, ну как-то не так, блядь. А сейчас вообще, блядь. Просто уже в мозгах, блядь, оставил 10 дней, блядь, ебаться в кукурузу в какую-нибудь, блядь, вот этого. Да еще насмотрелись, блядь. Mm. Хуйни всякие. Да раньше такого-то вроде не помню. 300-е что были. Сколько там. Не, все равно мы на Вербовое ехали, как бы, блядь, не думали, что сейчас припиздячит град какой-то или что там, блядь. Ну, да. Да нет, ну, считай, вот этого, до саммита, считай, мы с 5 июня до 11 июля были более-менее спокойнее. Не так прилетало здесь, потому что спускались, и все. А так такого же не было, ни наступлений таких не было. Все стояли на своих позициях. Сейчас начали. Считай, полтора месяца, так более-менее, было прожили нормально. Третий раз подвал.